Ватсон? Да, шер. Здесь определенно произошло убийство. Нет, я думаю, это просто совпадение. В каком смысле? В смысле, на него упало много слов. Что за глупости? Все очевидно. Шел волшебник, что-то в пальчике, упала гильотина и отрубила ему голову. Ну, возможно. Но это было не так. Да, потому что все было именно так. Классный день, шел он погулять. Ну, а навстречу долгий парад. Он был один, и борьба не равна. Сделали все из него короля. Он был сильным и веселым, не поддался уговорам с ними. Он за все, за это стал правителем света. Но однажды в день не должны запретил он и парады были. Ну вот, в общем-то, как-то все и так и было. По-моему, это полный бред. Бред? Вот следующая версия. Боры! Боры шли за дед, твой батя там. Боры! Хотели отобрать его айфон. Но тут же прошел мэр города Эд. Раздал по айфону, были счастливы все. Воры сказали ему I love you. Ну, в общем-то, как так все и случилось? Так а че он умер? Ну что такое, мне опять что ли петь? Зависть. А ну стоп. Так что, а цыгане? Да, цыгане там тоже были. Нет, стоп. Цыгане же не было. Разумеется, цыган не было, потому что были мексиканцы. Хотя нет. Мексиканцев тоже не было. Ну это слишком логично. Логика? Логика это не для нас. Вот самая нелогичная версия произошедшего. Гоны, вечер, где-то подворотне. Гопник, борзый. Разводил вампира. Рядом заяц кушал чебуреки. Стало плохо, появился доктор. Это будет очень сложно.
того же мнения, правда весь всего дороже. Видим мы свою победу, финал это серьезно. Дай-дай-дай, КВН мало помалу. Спасибо.